сейчас пойду тихонечко проверю, готово ли все к выходу нашей суперзвезды. Брат, я а ты пока, ты пока расскажи, что ты думаешь? Деле, для тех, кто, может быть, еще не в курсе и буквально недавно подошел, я вам просто обязан напомнить про то, что сегодня открылся третий этаж «Терца Весна», где представлены для вас такие бренды, как «Апельсин», развлекательный центр, ресторан «Пронто», «Теремок», «Крошка», «Картошка», «Техас Чикен», «Ташир Пинца», «Саби». И сегодня все идти, как бы ждали того, к примеру. На третьем этаже до сих пор, до 10, по выходным до 11, насколько я знаю, ждет вас народ, и там весело, тепло и уютно. И не только в «Макдональдс» теперь можно ходить. Кто-то свистит здесь, смотри, в такт. Это кто был? Это суперзвезда сегодняшнего вечера! Суперзвезда сегодняшнего вечера! И теперь, друзья, давайте еще раз покричим «Весна!» «Весна!» Еще раз напоминаю, друзья, вы сами подумайте, теперь вам не нужно стоять в пробке, чтобы что-то себе прикольно купить. Можно всегда прийти в наш офигительный торгово-развлекательный центр «Весна». И скоро откроется кинотеатр, в котором мы будем смотреть фильмы с Лысым Брюсом Уиллисом. Почему Лысый? И теперь на сцене, дорогие друзья, наконец-то Бьянка! Чуть-чуть еще громче. Как настроение? А у меня вы все синие, из-за света, наверное, который здесь. А вообще же вы не синие? Микрофон громче, пожалуйста, не подходите.
Yeah.